Я. Скажи, пожалуйста, вот мечта твоя сбылась. Да. Сбылась? Да. Мечта? Нет, еще трактор куплю, вообще будет пиздец. Ну. Ну и чего? К чему дальше стремиться? Это вот вчера вон с Яриком никуда не хочу. Мне уже все. Мне теперь, знаешь что? Мне теперь хочется побольше внуков. Все, нахуй. Больше ничего не надо. И мама Танюшин ко мне сюда приехала. Все, пиздец. Ты сейчас скажешь, ой, блядь, какой я меркантильный, блядь. И нихуя тебе больше ничего не надо, да? Похуй мне мировая революция, не поверишь, нахуй. И ты пиши мне Мозамбик, блядь, с этим, как его, с Венесуэлой, блядь, честное слово. То есть, раз не могу изменить, пошли все нахуй, я уехал от вас всех. Блядь, я все сделал. Вот все, что должен сделать мужчина в своей жизни, я сделал, блядь. Вот все. Я, значит, сходил в армию, служил в армии, блядь. Я сходил на войну, блядь. Я родил двух ребенков, то есть демографическую ситуацию в стране улучшил, да? Значит, я создал ячейку общества, блядь. Жена у меня есть. Все, пиздец. Я собака. Теперь... Да, нет, я теперь... один раз даже сходил на выборы. Да. И два раза сходил на выборы. Все, пиздец. Все долги, да, все долги родину отдал. И родина сказал, а нахуй мне нужен, блядь. Все. 2 860 мне родина платит за Чечню, пиздец. Скажи, а если бы у тебя вот, ну, получалось, вот ты менял бы, и что-то менялось к лучшему? Ты выебал бы всех, нахуй. Ты бы сюда не уехал бы. Блядь. В смысле? Ну, зачем уезжать в глушь ото всех, если у тебя получается... Блядь, ты вот даже не представляешь, какой я сейчас счастливый человек. Да ладно. Вот, блядь, меня сверху никто не сверлит, справа, слева никто не стучит, снизу никто не пиздит, в подъезде никто не ссыт нихуя. Блядь, на улице мне никто не ебет мозги, блядь. Вот я вышел, и нет никого, у меня ребенок, и вон там живут 6 суток, блядь. Они мне не ебут мозги, даже есть не просят нихуя. Нахуй я поеду вот в муравейник, ты ебучий, блядь. Скучно. Кому скучно? Нихуя себе скучно, блядь. Приходи ко мне, блядь, я найду делов-то, блядь. Мне точно надо все это дело облагородить. Не-не-не, нахуй. Нахуй. Я все долги родине отдал, блядь, пошла она нахуй. Вот моя родина-то. Вот привезут внуков, вот там сделаю качельки, карусельки, блядь. И вот моя родина, блядь. Вот родина мне нихуя. Ты же по молодости чего ты хотел поменять? Дурачок был, ёбнутый, блядь, что теперь делать-то? Нет, нихуя себе, мы все по молодости хотим, блядь. Сейчас мне хоть в ряд положи голых теток 10 штук. Я скажу, да кстати, нахуй. Да, ебать еще надо. Да. Да нахуй меня усрались, да? Надо проще жить, Леонид. Ну что ты? Сейчас вот мы с тобой ушицу сварим, и не ебет нас общепит, блядь, российский. Не ебет. Нас будет заебать с куха. Смотри, вот это рожик мы сейчас возьмем, называется бензин, блядь. Так, ты вот уйди нахуй с камерой-то, а то хуяк, и камера только кажется у Леньки в руках, нахуй. Так, отходим. Ну, считать меня коммунистом. Ой, блядь, заебись, нахуй. Танечка, хорошо ты вышла попозже. Закрой дверь, ты сейчас закоптишь дом-то. Вот, не хочу ничего. Так, бензин не пить нихуя, пригодится еще. Ну, смотри, тишина-то какая, заебись. Какой-то пацан тут раз написал, дядя Вова, блядь. Петухов, блядь, услышал, блядь. Так у нас и корову осёр на дороге, я понимаю. Заебись, да, дымочек-то? Сейчас это просто у меня с этого, как его, после клея, блядь, остались бумажки. Сейчас они проговорят, у нас все будет заебись. Так. Слушай, так любой дурак может разжечь костер. Да как мы из дураков и сделаны, как же. Фу, блядь, фу, как противно. Сейчас горится. Так, начнем чистить эти... картошку. Сейчас все это дело прогорит, заебись будет. Вот даже здесь выключит свет, газ и до пизды. Вон у меня в пруду воды дохуя. Вот здесь поставлю туалет, нахуй. И воды натаскаю я, нахуй. Вот с речки натаскаю, блядь. Во, мне надо два ведра, блядь. А если Таньки нету, ведра хватит, нахуй. Ну, если в гости приедет, то два. Вот и все. Да. Вот еб ей все в шишку. Вот, блядь, даже про них говорить не хочу. Вот, а ты спрашиваешь, по какой хуй я в деревню уехал? Да нахуй мне усрался эта власть, блядь, 1000 лет, блядь. Вот что мне эта власть дала, скажи мне? Ну вот что она мне дала, блядь? Ну вот скажи, хоть один положительный момент, что она мне дала? Молодец, хорошо сказал. Нихуя ничего не дала, блядь. Детям моим что дала? Нихуя ничего не дала. Я их детей и вот с таких маленьких ращу. Говорю, дети, вы нахуй никому не нужны, блядь. Нахуй никому, кроме мамы и папы. Что-то я не прав. Так а может не сюда уезжать, а вообще куда-нибудь уезжать из этой страны? В Африку, что ли? Да нахуй мне. Нет, с России-то я не понял. А почему я должен из дома-то уезжать своего, блядь? Вот это моя родина, мне вот тут нравится, блядь. Власть мне не нравится. Да ебать я эту власть не хотел, блядь.
Картошку я посажу, мне что, запретят картошку сажать, что ли? Ну, страну они захватили, они. Да ебать их в ноздри, блядь. Ну вот и хуй бы с ним, ну что я с ними сделаю? Они сейчас себе сделают Росгвардию, сейчас придет взвод, блядь, ментов, нахуй, расхуячит мне весь дом и все, пизда. Хуй с ним, пусть они... Легко. Легко. Так не, ну я же, так сказать, знаю, как это делается. Был бы приказ, вот и все. Поэтому пошли они нахуй. Чем дальше я от власти, тем мне лучше живется, блядь. Вот нет у нас здесь власти никакой, блядь. Вот, блядь, на дню по 8 раз свет выключают, да ебать я в лысину. После этого я и в поле выйду, нахуй, нихуя страшного, блядь. А вечерком, блядь, по большому схожу, блядь. К соседу под дверь нахуячу, ради хохмы, блядь. Шучу, конечно. Вот и все. Какая власть, нахуй? Ну какая, блядь? Где она, нахуй? Пока вот Татьяна Фёдоровна не достучалась до нижегородских конторы, до головной, у меня света не было здесь. И всем похую, блядь, вязненький раз. Алло, у нас нет света, у нас напряжение 140. Ну что-то у вас на линии, разберемся. И похуй, всю зиму прожил со свечкой, нахуй, ебаный в нос, блядь. Пока Татьяна Фёдоровна не написала 25 писем, блядь. А деньги берут, как будто у тебя 220 напряжения. И нихуя. И похуй всей власти-то, блядь. Ёбаный, вот, мы сейчас приебем с этой политикой, нахуй. Хуй нам они уха, блядь, ебаться, засраться. Вот попиздеть, ты тоже любитель канцлера. Хоть я переговорю, что ли. Я попиздеть. Конечно. Я вообще молчу. Да нет, блядь, дело не в этом. Дело в том, что сейчас пиздец, ну, все проговорит. Масками просто кадрируйся, но не выключайся. Нам надо, чтобы еще... Мы шашлык же будем? Да. А, хуёв живём, да хуёв живём. Лягушек жарить будем сейчас. С дороги соскребём пару задавок. Да, 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 да. Не, так что всё заебись. Вот я сюда приехал, и всё, слава богу. Хорошего ничего не будет. И плохого. Вот для меня, ну что, убить меня только могут. Так и надо сейчас, блядь, доехать до сюда. Нахуя кому что надо? Вот. Ехать, ну я же тебе говорю, вчера песню-то пел. Как-то там на самом на краю земли-то. Все, дорог-то нету дальше. Ну кто сюда поедет? Никто не поедет, блядь. Света нету, пиздец, и вообще не найдут. GPS отключится, нахуй. Все, Миша, говорить больше не про что.